Кто вы здесь? Я? Да. Эльвира. Нет, нет, я имею в виду. Как вы со своей семьей справились? А, как я со своей семьей. У вас бывает такая практика, что вас просили пустить сюда? Чем вы пришел, то нет, туда нет. И вот так, как она удивилась. Ну, сказать часто нет, но бывает. Конечно. Ну, то есть вы выходите? Ну, официально у нас эта система как бы не работает, но порядок исключения, конечно. А. Бывают немощные. Это возможно, как сказалось, не здесь, а там, где мы раньше сидели на курсе 18. Ну вот я попадаю в немощный. Эту лестницу не одолеть никак. Хотя, когда... Ну, а в чем проблема? Вопрос стал в этом? Нет, доступность. Доступность самой услуги. Да, для... В общем-то, все это ну, будет не скромно говорить на камеру, но скажу, что вообще в этом проблемы никакой нет. Может быть, мы не оснащены так технически вам подняться, но спуститься сюда это не проблема. Хорошо. То есть специалист всегда может оставить там свое место рабочее? Ну, рабочее место как оставляем? Ты, конечно, закрывал кабинет, но это такие исключительные случаи, что, конечно, на эти три минуты, если документы при себе, это всего, если их хронологию вести, то 30 секунд, не более. Если документы, это уже журнал регистрации с собой, печати с собой, ну, конечно, это, я думаю, что это будет неправильно сказать, что это в системе, что это все как бы узаконено и документально, и практика подтверждает, так нельзя сказать, но порядка исключения мы это делаем, потому что, ну, оно как быть, ну, надо мы не выезжаем, а по большому счету, это ваше личное качество просто, ну, по большому. Я не знаю. Ну, если это не прописано, да, у вас как бы функциональная обязанность? Функциональных обязанностях прописано так, в пределах своих полномочий выдача справок. Предел своих полномочий. Но я считаю, это не так сложно, и за 2 секунды, может, это выходит за рамки там, какого-то официоза, но и да, я могу оставить кабинет и выйти, пусть это будет неправильно. Спасибо вам. Это не за что.